Всем привет! Сегодня мы разберем удар коленом и подготовку к нему в бою. Чтобы нанести удар коленом, необходимо сблизиться на нужную нам дистанцию. Для этого нам нужно начать какой-либо атаки. Я предпочитаю начинать с рук, то есть это либо прямой удар левой рукой, либо прямой удар правой рукой с дальнейшим переходом в клинч. После удара правой рукой мы накладываем эту же ручку, убираем ее не к челюсти,